Мене звати Ксенія. Мене звати Саша. І ми з Ялти. Я навчаюсь в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Я вчусь в Київському національному університеті технології і дизайну. Я вчусь на бюджеті, тож сьогодні за моє навчання платить Україна. Якщо Крим стане частиною Російської Федерації, я для України стану громадянкою іншої держави. Чи готов Володимир Володимирович платити за моє подальше навчання та навчання ваших дітей в Україні? Мені 19, із них 17 я прожила в Криму. Там остались мої родители, друзья і близькі мені люди. Готовы ли ви ставити між нами границы? Я сіновер, і я із Жанкоя. Як многі із кримчан, я также поехал в Київ учиться і искать для себя будущее. Как известно, кримчане ищут свой заработок в туризме. Но помимо этого есть очень много людей, которые работают юристами, экономистами, финансистами, бухгалтерами. Их работа непосредственно связана с законодательством Украины. И теперь получается, что их знания никому не будут не нужны. Вы готовы тратить свои деньги и время на переквалификацию? Меня зовут Карина, я из Ялты, и сейчас я учусь в Киеве. В этом году Россия вложила около 50 миллиардов долларов в Сочи, готовясь к Олимпиаде. Только за один день нахождения российских войск на территории Крыма Россия потеряла 72 миллиарда долларов. Подумайте, нужно ли России вкладывать деньги в развитие туризма в Крыму, или же она захочет компенсировать инвестиции в Сочи? Дорогие мои земляки, меня зовут Максим, и я из Ялты. Во мне течет и русская, и украинская кровь. Сегодня наши народы столкнули лбами иностранные политики ради собственной выгоды путем средств массовой информации. Много лет мы жили в Крыму спокойно, но недавно нас начали пугать бандеровцами, которые приедут на наши земли и захватят нашу территорию и ограничат нас в наших свободах. Но сегодня мы видим только российских солдат, которые приехали нас защищать от бандеровцев, которых на нашей территории нет. Дорогие мои, сейчас может развернуться полномасштабный боевой конфликт иностранных государств на нашей территории. Скажите, пожалуйста, а того ли мы боимся? Здравствуйте, меня зовут Эльзара, я из Симферополя. Меня зовут Эвелина, и я из Ялты. Мы – крымские татарки. Крым – это дом для многих народов и культур. Мы веками жили в мире и согласии, а теперь нас пытаются искусственно поссорить. Хотите ли вы разрушить многолетнюю дружбу из-за чужих политических игр? Меня зовут Мария, мое детство прошло в Ялте, но на данный момент я учусь в Киеве. Российское правительство заявляет, что ввело войска на территорию Крыма для защиты прав и интересов русскоязычных граждан. Но известны случаи, когда под видом членов избирательной комиссии люди, которые проверяли паспорта, просто рвали их. Разве ведут себя так защитники? Все дело в том, что мы оба родились в Ялте, а учимся сейчас здесь, в столице. В Ялте наши отношения, ну, родились. Меня зовут Рома, мою девушку зовут Алина. И я прописан в Ялте, а она прописана в Киеве. Если Крым станет Россией, то наши отношения очень усложнятся. Сейчас очень многие молодые пары могут столкнуться с такой проблемой. И хотели бы вы, чтобы вот так разрушилась ваша семья? Мы ваши дети. Мы ваше будущее. Готовы ли вы оставить свое будущее в чужой стране?